Комфортная жилая среда – важнейший фактор в оценке жителями качества жизни. Вопрос ее благоустройства не менее важен, чем строительство новых жилых массивов и реорганизация бывших промышленных зон. Что определяет уровень комфорта? Продуманность, доступность. Жилая среда – это то, что окружает всех нас. Практически любой двор имеет огромное количество деталей, улучшение которых не требует затрат больших ресурсов. Нужен лишь системный подход. Комфортная жилая среда – это наличие всех необходимых бытовых услуг в шаговой доступности в любом районе города. Это детские площадки и зоны общего отдыха, созданные профессионалами. Это организация достаточного количества парковочных пространств по периметру кварталов. Комфортная жилая среда – это еще и важный фактор в оценке жителями эффективности действий городских властей. И для всех нас создание новых районов и реформирование существующих так, чтобы в них хотелось жить – первостепенная задача.